Так, итак, Феникс UC30. Поднимаем первый режим, второй, третий, четвертый, пятый. Вот, максимальный на заряженном аккумуляторе максимальный режим Феникса. Сейчас конвой S2+. Первый, второй, максимальный. Ну, как бы разница по дальности ощутимая. Еще раз, Феникс, максимальный режим. Конвой, максимальный режим. Ну и для сравнения, копия конвоя М1, но драйвер стоит конвоевский, максимальный. Первый, второй, вот, максимальный режим. Сейчас попробуем сравнить его чисто с Фениксом. Феникс UC30. Забыл добавить. Феникс уже с текстурированным отражателем. Это не родной, не гладкий. И М1 гладкий отражатель. То есть вот М1. Феникс. Как бы заливка светом отличная. Ярко выраженного хотспота нет. Дальность приличная. Я думаю, результат неплохой. М1. Тут хотспот. Хотспот. Гладкий рефлектор. Просто чисто дальняк. Боковой засвет, как вы видите, меньше. Феникс. Неплохая дальнобойность плюс отличная боковая заливка. То, чего я, собственно, и хотел добиться. Ну и еще раз. Конвой S2+. Чисто фонарь ближнего света. Да, дальняк не светит вообще. Но ближний свет отличный. Как велофару использовать просто идеально. Или в помещениях. В помещениях тоже просто бомба. Ну, я думаю, на этом достаточно.